Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов Помпео Делла Чеза. Шлем Боромео около 1580-1590 годов, сталь золота, вес 3,073. Предполагает, что шлем Боромео сделан на заказ в миланской мастерской Помпео Делла Чеза и принадлежал Рената I Боромео, который в 1591 году стал капитаном, а уже в 1598 послом при дворе испанского короля Филиппа III. Кроме того, он был братом кардинала Федерико Боромео, мать Рената Маргарита Тривульцио. Аристократы Боромео до сегодняшнего дня продолжают играть видную роль в общественной жизни провинции. В прошлом же в этом семействе родился святой Карло Боромео, видный деятель контрреформации. Впрочем, по преданиям, род ведет свое начало от святой мученицы Юстины Падуанской. Но прямая линия на протяжении тысячелетия прослеживалась в падуанской семье Витальяне. Однако в самом начале 15 века Витальяне был усыновлен своим бездетным дядей у матери Джованни Боромео, торговцем и банкиром, поставившим условие, что племянник возьмет его фамилию. Витальяно не только продолжил дядюшкиное дело, но и стал сначала миланским гражданином, вскоре назначен казначеем миланского герцогства, а затем и графом, получив крупное земельное угодье Милана. Шлем декорирован гравировкой, расположенной поясами. Узор распространяется и на забрало. Среди изображений эмблема с гербом семьи Боромео: единорог, конная узда, святая Иустина и девиз «Смирение Хамилитас». Вот такое описание к работе Помпео Делла Чеза. Шлем Боромео около 1590 года, сталь золота. Я нашел в интернете текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания. Thank you.